С вами Вадим 24. И что, сегодня у нас акция на мультики про танки. Начнем с Home Animations, серия «Японцы в деле». Интересно, в каком деле? Сейчас узнаем. Так, сразу быстренько поматываем до сейчас. Эй. Идем. А, тихонько отступаем. А прикиньте, их сейчас заметят. Заметил! Японцы отгребают. Сейчас выключит. А не успеете. Буль-булик, застряли. Ой. Начинают их обстреливать. А, сдаются. Парочка японцев забыла на территории США. Ша. Давайте, может, скажете? Ничего не скажем. Что молчите? Сейчас мы вам быстрые языки развяжем. Как же ж? Стойте! Стойте! А? Сразу на связь вышел главный. Кто это? С кем я имею честь разговаривать? Угу. Я японский главнокомандующий сил Японии. Угу. И что твои люди тут делают? Такой же, папа. Такс. Мы выслеживали полученный сигнал от Анказилы, так как она должна была самоуничтожиться. Не трогайте моих людей. Они просто выполняли приказ. Людей? Мы не хотим новой войны с Америкой. Угу, понятно. Я бы с радостью уничтожил бы всех монстров. Но он нам сейчас нужен для решения проблем. Угу, да. Каких проблем? В решении гражданской войны? Оу. Откуда вы это знаете? Где? Почему? Прототип? Впрочем, неважно. Просто помогите нам починить его, и мы его уничтожим после достигнутых целей. Угу. Я бы помог, но я бы хотел убедиться, что я выбираю правильную сторону. Ага. И что Япония не пострадает от принятых мной решений. Угу. Обещать я ничего не могу. Но выбора у вас тоже мало. Или вы помогаете починить Анказилу. Или? Или генерал Шерман, который захватил власть, хочет развязать новую войну с Японией. Угу. О-оу. Я сам. Хорошо. Я согласен. Угу. Я вышлю все необходимые вам чертежи и инженеров. Ага, понятно. Так, проект Анказила. Хм, прикольно. Прикольно, японская прическа. Так, вот чертежи. Кстати, офис очень сильно похож на американские. Почему-то. Разве к этому моменту у Японии ничего не должно быть из дерева состоять? Точнее, все из дерева должно состоять. Ну, или с бамбука, из чего они там делают. Хотя бамбук это тоже... Ладно, ладно, поехали. Так, плывут. На современном... Используют современный японский флаг. Такс. Видят. И они видят ту самую пещеру. Пум-пам. Тун. Тун-тан. Тун-тан. Тун. Стоп, мне кажется, я эту песню где-то слышал. О, новый шрифт! Гранд серия поражения из 44. Так, сразу скипаем всю ненужную часть. Назад. О, да. Тогда они вместе уничтожили капута. Ну, еще и этого заодно. Такс. Уничтожил. Ра! Съел! Сейчас съест. Ну, на... КВ-54. Ну, нахрен.
Ням-ням-мам-мам-мам-мам. Вкусно? Все, ярость. Что у вас вспоминает ЛТГ? Бэ. Все, я отогнулся. Ну-ка, кто следующий? Чей? Все сразу. На! Все, безумие пришло. А, они сваливают, блин. Ну и валец. И не забудь захватить своего недовладыку. Не, ну он одну башню уничтожил, красавчик. А это крокозябра продолжает все уничтожать. О, его подбивают. Жендунс. А это уже более уверенно. Он сейчас упадет. Еще и с земли его мутузят. Давай, падай. Падай, кому сказал. Улетает. Смотрите, какой деловой. Ага. Грозный тоже решил его уничтожить. Как скажем, за компанию. Так. Оу, пробили шипом, но это не страшно. Абабах! Не, этого как просто не завалишь. Так, вот КВ, генерал КВ-6. Ага, фигушки тебе. Ух! Проткнул что-то. Давай, КВ-6 до последнего. Минус ракетница. На! Рог отвалился. Все, ты проиграл свою... Проиграл эту битву. Признай уже свое поражение. Не души сейчас собирай. На! Не. Решил убежать. А нет, решил. На. Это тоже отказывает. Как по мне будет. Но мы уже знаем, чем это все закончится. Уничтожили. У вас численный перевес, добейте их. А Карл сильно поврежден. А, он что-то еще пытался двигаться. Не, до последнего сажается. Ага, защитился. На! На! По макушке. О да, месть! Погнал! Как по мне, Мефистополь, как по мне, уже проиграл битву за Москву. Карл 44 сильно поврежден, КВ-54 свалил, Мейсер Шмидт улетел. Остались только буквально... А Вафля, как по мне, скоро придет на сторону Советов. Снова. Мултан, серия спасения Дориана. Да, помню, как Фердинанда установили. Точнее, восстановили. Да, в новом обличии. А я даже помню. Я вы как помню его старый дизайн. Надеюсь. Да, вот он. Стоит, как ничего не бывало. Слава богу, наш герой еще на месте. Старичок Дориан уже свое отвоевал. И ему пора на пенсию. В смысле? А, фух. Черт, по всей видимости, у меня хвост. О-оу. Беги, драпай.
Так, надо два. Надо догнать их любой ценой. Нельзя их упустить. Полный вперед. Серьезно, два тигра и два штурм-тигра? А Доня... Крысы, ловите пару болваночек. О, серьезно, назад стрелять будешь? А? На. И ну что, им тигр? Вы серьезно? Думаете, то, что вы что-то делаете? Чё? Так, минус тигр. Держать строй, ни шагу назад. Осталось, чем вы серьезно думаете, вы вдвоем что сделаете? Фух. Давай, добивай. Стоп, пускай уходит, потери слишком велики. Серьезно, два тигра и два что? О! Оторвался, но они обязательно вернутся, так что будь начеку. Угу. Этот участок фронта я сделаю самым безопасным. Так, у тебя всего три снаряда. Секс на ПВЗ Дич, последний четвертьфинал. Команда Горохострела против команды Репитера. Чемпионат ПВЗ Дичи продолжается. Да. И у нас сегодня заключительный бой в четвертьфинале, а завершать его будет прямое столкновение, возможно, двух самых имбовых ближников в игре. Да. Укра и Салат Латук. Чемпионат закончится уже в этом месяце, а поэтому... Я предполагал, что у команды Репитера больше шансов. И, конечно же, мне понадобится снова ваша помощь. Так что, кто еще не подписался на телеграм-канал, но очень хочет принять участие в создании следующего чемпионата, скорее подписываемся. Ссылка в описании. Также вы там найдете ссылки на ресурсы человека, который создает мне премию на видео. Дурка ТВ, я давно знаю. Все неравнодушные ставят лайк, и на арену команда обычного горохострела против команды Репитера. Давайте. Это последнее сражение, в котором зомби будет формироваться по принципу принадлежности к локации. А? В финалах я снова соберу команды мертвяков по своему усмотрению. Плюс какие-то нововведения будут в правилах. Кто подписан на телегу, тот знает, что не все заявленные ранее обновления я применю. В силу их минусов, вскрывшихся на практике. Но сейчас не об этом. У нас уже героически погибли многие египетские зомби у обеих команд. Да, там еще у нас и... чуть не спалил Латук. Правда, Латук на то и Латук. К нему еще попробуй подойти. Да. С факелом тебя хорошенько отдубасят. У противников рассеяния остаются в строю только зомби с глиняными щитами. И это совсем не то, чем можно прорвать оборону сегодняшнего. Да. Думаю, не стоит тянуть, и можно переходить сразу к следующему испытанию. Так что тут без сомнения по 3 балла. Но каждой команде. Раунд с бочкой. Это первый раунд, в котором зомби попытаются прорваться по флангам. В команде обычного горохострела на этот случай имеется яблочная мортира. Хотя это растение не самое мощное в плане урона. Угу. Что тебе кажется, импу успеет пройти. И таким образом дают дополнительное время мартине расстреливать противника. Насчет центра я здесь не сомневаюсь. Окра должна справиться со всеми представителями зомби. Вопрос лишь в том, справится ли яблоко. Однако, учитывая, что с флангов будет только пара импов, это самое меньшее из дол. И значит, шансы на очки в этом испытании у команды довольно... Так, погнали, импы вперед. Я за команду Репитера болею. Очень быстро. И импы успевают сделать только один шаг между выстрелами. О, нет. Некоторое время спустя оба мелких противника были уничтожены. Блин. А я думал, я выше Марти атакует гораздо меньше урона. Команда справилась без потерь. А вот тут нету. Команда Репитера с Латуком на передовой. Здесь тоже никаких вопросов по центру. Однако все вы уже заметили, что оборонять фланги в этой команде вообще некому. Угу. Но не стоит сразу же списывать команду со счетов. Просто вспомните, как в предыдущих двух четвертях. Да. Точно так же две команды без растений, способных атаковать по соседним полосам, дали очень упорный бой. Причем команда ледяного горохострела и вовсе выиграла и прошла в полуфинал. Да. Так что будем надеяться на такое же упорное сражение и в этой битве. Ну а сейчас мы вынуждены констатировать тот факт, что импа уже на пути к прорыву. Пусть Латука умудрился одному напоследок зарядить маслом по голове. Чуть задержал. Команде набирает только команда с покрой. Такс. Следом испытание на Диком Западе, и в нем тоже присутствует угроза прорыва по сторонам. Так тут я, еще конечно, и по... И вот тут даже у команды обычного горохострела могут быть проблемы, потому что куриц слишком много, а мортира стреляет только в одну пернатую бесенку. А тут еще и сзади! К моменту, когда Покра наконец-то спровоцировала выброс куриц, на команду уже напали сзади. Старательно строен очень... Да! Да и курицы промчались к косилкам. Короче, тут случился неожиданный разнос команды по всем фронтам. Прорыв до газона косилок и уничтожение всех противников. А там...
Пианист там доедет час. В том, что курицы прорвутся и здесь, у меня нет никаких сомнений. Меня интересует вопрос, сможет ли Латука отбить здесь пациента. Ну, по логике, да. Пок расправилась со всеми, кто атаковал ее спереди. Но зомби коварно напали сзади в лице старателя и смогли сожрать все растения. И сейчас они намерены провернуть тот же фокус. Бородач уже залетел в тыл и принялся кусать сердце пульту, которое хоть и отбивается, но ей не хватает силы урона. Следом происходит предсказуемый прорыв куриц, но зато Латук здесь демонстрирует преимущество. Да, репитер спас. Это растение легко может атаковать ближних зомби как спереди, так и сзади. Жаль, что раунд все равно уже проигран, но в любом случае отрыв... А тут бы заработали бы 2 балла, если не куровод. А что же будет с ласками? Куриц пропустили, а эти питомцы что, тоже проскочат у обеих команд? Ну что-то мне кажется... Совсем скоро. Но сначала Покра лопает Додо, словно воздушный шарик, а дальше как раз обладательница пушистых гаденышей. Ну что, давайте смотреть. Да, а там еще и... ...замедлился в связи со скоропостижной потерей головы мадам Ласочник. Все, прорвались. ...и бегут к цели. Мартира пытается отбиться, но ничего не получается. Снова прорыв. Плюс тут еще и охотник застанил главное атакующее растение команды. А самое главное, он постоянно будет и дальше морозить Покру и портить все усилия горохострела по освобождению. Чётника. ...слишком долго уничтожает охотника, и все это приводит к тому, что троглобит дотолкал глыбы льда до команды растений. До свидания, горохострел. ...передавил. То есть, вы понимаете, эта сборка растений не справилась даже по центру в 2 раундах подряд. Угу. И тут у меня случился технический брак, который я заметил только на стадии написания сценария. Почему? Поэтому второй команды против ласок пришлось вырезать. Но вы и сами понимаете, что они ласок тоже пропустили. Короче, по нолям. Да. Перемещаемся в темные реки. И перемещаем зомби оттуда в наш чемпионат. Сразу же видим, что Шут здесь способен отбивать снаряды, но против Покры ему не сдюжить. Хотя свою миссию он выполнил, выиграл время для мага. До свидания. В бой опаснейшее растение. Тем временем крестьянин уже получил рыцарский титул и своей грудью встал на защиту мага. Надо сказать, что это гораздо более серьезные проблемы, чем Шут. Подумать на первый взгляд. Теперь до мага до свидания. Летают снаряды, а это означает, что снять овечье проклятие почти нереально. Таким образом, этот старый пердук... Подлиц превратил в молодец. Даже Вихма родилась нечаянно. Третий раунд подряд сливает команду с Покрой на передовой. Отправляемся смотреть, что будет с этой командой. У которой сейчас есть шанс догнать противника. Однако мы видим, что все идет по абсолютно тому же сценарию, что и у первой команды. Шут отбивает все снаряды, ожидаемо получает от Латука, но точно так же выигрывает время для мага, как и пару раз. Снова у команды нет главной ударной силы, снова рыцарь на защите мага, снова растения одно за другим превращаются в овец. Так. Здесь бы очень выручил кто-то из сильных растений дальнего боя, либо растение, способное прошивать зомби насквозь, вроде теневого горохострела. Угу. Но репитеры сердца пульта не могут добраться до мага, и эта команда тоже теряет очки. Да, не... Был такой хороший момент для нивелирования отрыва. Не, вообще что-то... Максимально жесткое испытание зомбаря. О, да. Пока что только одной команде удалось устоять хотя бы по центру, а очки набрать не удалось вообще никому. Посмотрим на горохострел и компанию. По центру они уже точно имеют шанс отбиться, ведь Покра, как известно, имба в прямом столкновении. А вот по краям очень велики шансы на прорыв, ведь дискотрон будет постоянно призывать своих дискозомби. Если бы он призывал один раз, то Мартира справилась бы с парой летунов. Но так как робот идет последним, то и уничтожит его тоже последним. А за это время он наплодит рыжеголовых полезных на каждой полосе. Тем временем мы действительно видим, что Покра крушит роботов на раз. Тот же меха-футболист, да. А это значит, что опасности быть вытолкнутыми у растений теперь нет. Ну все. Тоже вряд ли сожрут, потому что конус тоже отправился на свалку. Теперь совершенно точно по средней полосе растения справятся. Но вот по флангам все гораздо хуже. Там летунов было слишком много. Несколько партий мартира уничтожило, но тут не хватило. Однако отдадим должное этой команде. Она становится всего лишь второй бандой, которой удалось выстоять хотя бы по центру. Наглядное подтверждение мощи Покры. А тут? Тоже очень силен. Да еще и, как мы выяснили ранее, может отбивать атаки сзади. Но вот настолько ли он хорош в бою с кучей роботов? Уже совсем скоро мы это узнаем. На фланге можно вообще не смотреть. Диско-зомби совершенно точно пролетят. Такс, Латук начинает бить. Протектор уже точно не прорвутся по центру. Латук тут постарался. И дальше примется за меха футболиста. И все же третьего противника подряд Салат уничтожить не успел. Он хоть и может... До свидания. Маслом, но этого сейчас не произошло. И меха-футболист вышвырнул сердце пульту. А дальше масло Салат решил израсходовать на диско-зомби выше. И это стало роковой ошибкой. И да, минус репитер. И вышвырнул уже горохомет. Хотя секундой позже... Какой горохомет? Это репитер. Казалось бы, теперь у Латука есть шанс отбиться. Но все-таки зомби было слишком много, а он остался всего один. Хотя и отбивался, что есть сил. Масло летело во всех подряд, и в диско-зомби, и в конус. К сожалению, для Латука этого оказалось недостаточно. Его тоже выкинули с лужайки. По-прежнему, отрыв тряшка. Где нет никаких вспомогательных юнитов по бокам. Зато здесь есть зомби, которые устойчивы и к горохострелам, и к катапультам. Правда, Покра и Латук...
Браток на это наплевали с высокой колокольни, и все эти отбивающие зомби им не страшны. Но тут внезапно угрозу совершенно серьезно стал представлять пожилой археолог. Ага, сейчас как выстрелит. Череп, и самое страшное, он успел выстрелить в обе команды. Сначала сжег Латук, а затем и Покру. Растения первой команды ему тут же отомстили, а в нижней замешкались и дали возможность деду снова зарядить свое оружие. Чего? Зарядить, а снова выстрелить. Один дед полетел. Чего, блин? Очень неприятный факт. Хорошо, хоть всю команду не сжег. Но тем не менее, отрыв вырос еще на один балл. Да ладно. Когда я собирал зомби Юрского болота, я, кажется, погорячился. Несмотря на то, что скиллов у зомби там почти нет, этот раунд мало кому удалось завершить с набранными очками. Угу. Уж очень тяжело справиться с двумя задирами. Сегодня, кстати, с ними как раз должны разобраться Латук и Покра. Но вот что делать с птеродактилями и их десантом? Так. Латук определенно знает этот вопрос, а вот в команде Покра с этим проблемы. Им уже не спастись, а в это время Латук врубил берсерка. Да, два балла. Тащил эту катку. Что ж, интрига у нас никуда не уходит. Два балла. А вот и один из моих любимых. О! Безумие. Поехали. Растения с перед тобой уже приблизились на одну клетку к своей смерти. Ниже летят есть миноги, которые на время могут отсрочить потопление. Зато теперь горохи будут целью рыбаков. Причем еще и серферы добрались до берега, и нижней команде совсем не повезло. Осьминог был сдвинут, и репит стал жертвой белокурого ездока на волнах. Сверху серфер не убил горохострела доской, но дела у команды от этого тоже не лучше. Короче, мне кажется, в этом раунде не выиграет ни одна команда. Обожаю этот безостановочный экшен в данном раунде. Да? Пусть растения и проиграли, но было интересно. Идем дальше. Хм. А дальше не самый сложный, но достаточно специфический раунд. Потому Wait что dance. Некоторые команды все-таки столкнулись с проблемами в нем. И почти всегда проблемы здесь доставлял зомби с бомбоксом. Сегодня он наверняка тоже постарается провернуть свой фокус с выведением растений из боя посредством одурманивающей мелодии. Ага, вот не успел. Против команды, в которой есть Покра, которая лихо выбила из боя самого Миломана с магнитофоном. Как, впрочем, и всю остальную музыкальную шайку, которую быстро покрошила в салат. Остался только аркадный зомби со своими 8-битными друзьями. Они вряд ли что-то смогут противопоставить Покре, гораздо более вероятно развитие событий, повторяющих все то же, что случилось с предыдущими музыкантами. Угу. Действительно, все произошло. Что же со второй командой? Пока я не вижу предпосылок для того, чтобы битва пошла по другому сценарию. Хотя, может быть, здесь бумбоксер выступит более удачно. Ага. Ведь очень важно то, что Латук бьет не так далеко, как Фокра, и любитель музыки может врубить свою мелодию вне зоны досягаемости. Так, Латука. Минус... И прямо сейчас так и происходит. Растения одурманены, а бумбоксер в безопасности. При этом дама на роликах приближается и несет реальную угрозу. Благо, Латук очнулся и начал наводить порядки, хотя мертвяков накопилось, хоть отбавляй. Ага. Тут очень кстати оказалось масло, которое застанило самого прочного мертвяка, а с остальными Латук успел разобраться. Этот ведроголовый, закинутый за спину Латуку, не избежал впоследствии салатовой мести. И все-таки надо признать, что эта команда чуть было не проиграла. Буквально пара секунд, и их раздавили бы роликами. Но все же они успели очнуться, и теперь все основные угрозы ликвидированы. Осталось добить аркадного и 8-битного. Ну все, до свидания. Очень тяжелые очки набирает команда репитера. Хм. Я всегда называю раунд в Modern Day коварным. Он таковым и является. Суперфаны исправно уничтожают тылы, а All-Star очень редко не выбивают ближников. Сегодня они смогли справиться даже с Латуком и Покрой. Без сомнения, оба горохострела оставлены на верную смерть. Очередной раунд, в котором обе команды так, давай. Смогли набрать... Не, я думал, хотя бы Питер сможет справиться. Совсем немного, и мы уже близки к развязке. Угу. Так, Рим. Все-таки зря я не добавил катапульту, уж очень легким получилось испытание, при этом очень медленное. Поэтому пока есть время, я быстренько скажу про обновление правил. С уровнем растений я еще не определился окончательно. Вероятно, я все же буду повышать уровни растений, но одновременно буду повышать и уровни зомби. Вы спросите, какой в этом тогда смысл? А смысл в том, что зомби не прибавляют никаких скиллов с повышением уровня, а вот некоторые растения раскрываются совершенно неожиданным образом. Например, тот же светильник Джека прибавляет в дальности атаки, а не просто повышает урон. Некоторые горохострелы приобретают или повышают вероятность уникального эффекта. Ну и так далее. По газонокосилкам я еще не могу сказать точно, но раунд с фланговыми атаками будет гораздо меньше. Поэтому со штрафом за косилки я тоже не определился окончательно. Ну и использование подкормки в теории было прикольно. Однако на практике при попытке съемки видео мне показалось это не лучшей идеей. Чемпионат должен быть секшеном, но в то же время понятным и простым, без кучи сложных правил. В общем, принимать решение буду уже по ходу съемки, следите за новостями в телеге. Всегда в описании, подписывайтесь. А теперь вернемся к сражению. Тут обе команды ожидаемо справляются с противниками. Обе получают по 3 балла. Так, по-прежнему отрыв 2 балла. Разрыв всего 2 балла, но в оставшихся двух раундах велика вероятность, что зомби будут не только по центру. Не факт, что команда обычного горохострела с ней справится. А, тут еще и зомби до стулья. Битву, а счет так и не изменится до конца сегодняшней схватки. The Corp первая команда уже не справилась.
Шансы на то, что команда репетит... Да, тут тоже минимальные. Тоже очень малые. Тут это понятно уже на первых секундах. Прорыв по двум полосам снизу обеспечен. Этот раунд впустую. Бум-бум. Последний раунд, и его тоже первой команде не обязательно выигрывать. Главное, чтобы конкуренты его проиграли. Следуя этой тактике... Чё-то мне кажется, охуенно всё проиграет. ...наблюдать, как цирковой пимп летит на самую нижнюю дорожку. Теперь они уже не наберут здесь баллов. Поэтому можно просто смириться и переходить к команде репитера. А вот этой команде просто наблюдать нельзя. Они должны каким-то чудом выигрывать. Как они это собираются делать, совершенно непонятно. Ибо импульс пушки повторяет тот же самый трюк, который находится на самом низу. Ну вот и все. Теперь даже прорыв по центру не важен. Последние два раунда действительно не изменили счет ни на балл. Окончательный итог 13-11 в пользу команды обычного стрела, в которой Покра задавала тон. Вот и настал момент, когда все полуфиналисты выявлены. Среди них всего одна команда, у которой нет растений, атакующих по флангам. Отдельные аплодисменты этой игроки. Да. Ведь именно ее предлагали изменить из-за несовместимости Дзюка и ледяного горохострела. А вышло вон как. Короче, в первом полуфинале нас ждет жуткая интрига.